ahí con Carrique. Вчера день был тяжелее по езде, ну и опять же там была механическая поломка, которая не позволила нормально финишировать и там заставила всю ночь заниматься эвакуацией автомобилей из дюн. Не повезло, потому что это очень далеко в дюнах было, там 40 километров до Сипи было, то есть это очень далеко, конечно, и без дороги, без ничего. Сегодня два спецучастка. Но где-то они были попроще, чем вчера. Но опять же, так как мы едем осторожно из-за там механических поломок первого и второго дня, для того, чтобы там пощадить автомобиль. И из-за этого, ну, получается, что в некоторых ситуациях ты не можешь преодолевать некоторые препятствия, потому что не хватает скорости, не хватает именно вот этого там риска, когда нужно немножко рискнуть автомобилем, а как показывает там опыт этих автомобилей продакшн, то есть это сделать нельзя.